Первая глава, основные вопросы, вопрос номер 64. Какую-то вещь, как становится ширком? Ответ. Причина ширка следующая. Номер один. Гулю, то есть чрезмерство. Например, люди чрезмерствуют насчет амбия и насчет потомства амбия, то есть потомства пророков. Гулю делает, то есть чрезмерствует. А некоторые люди чрезмерствуют насчет аулия. Гулю делает насчет аулия. Люди насчет амбия и аулия гулю делают и дают им такие качества, которые являются качествами Аллаха. Просит у них дуа, просит у них помощь и считает их очень великими. Бывает, что говорят, что потомство пророка является маасум, то есть чистый от грехов. Считает их ахлюль-байт. И говорит, что каждый имам является маасум. И это является гулю, который становится причиной ширка. Люди чрезмерствовали насчет внука пророка Хусейна, радиаллаху анху. И потом другие люди пришли, они добавили это. Еще что-то добавили, и потом такое время пришло, что люди прямо оскорбляли Аллаха. И говорили, почему ты дал такой смерть внуку пророка? Почему ты не спас его? И чрезмерствует насчет аулия. Даже некоторые люди сказали, что Аллах стесняется некоторых аулия. Христиане чрезмерствовали насчет Иса, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали, что он является сын Аллаха. Некоторые люди чрезмерствуют насчет Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и говорят, что Аллах создал небеса и земля ради Мухаммада, в честь Мухаммада. Номер два. Сильная любовь к мирским вещам. Ислам часто говорит, что дунья является мата' вещь и временно. Не делайте из него цель свою. Не чрезмерствуйте в любви эти дунья. Но кроме этого, некоторые люди сделают дунья шарик с Аллахом и мирские вещи шарик с Аллахом. Номер три. Некоторые убеждения. Например, люди думают насчет джинов, что джинны могут делать человеком так-то и так-то. Они боятся джинов и так далее. Также у них убеждение насчет амулет, что амулеты защищают. Какие-то ниточки они думают, что защищают. Какие-то камни они ставят на дом или где-то в другом месте, на стене и так далее. Они пишут что-то на дом и на дверь и убеждены, что это спасает и защищает от джинов, от сглаза и от колдовства и так далее. Также они придумали некоторые убеждения от себя насчет джинов, сглаза и сехр, то есть колдовства, которые не доказаны из откровения. Люди так боятся джинов, сглаза и колдовства, так боятся, как они боятся Аллаха. И они верят в этих вещи так, как верит в Аллах. И это является причиной ширка. Номер четыре. Принимать в религии какие-то слова без довода. Ислам строго требует довод, далил. Ислам говорит, что требуете довод и не поклоняйтесь, как Яхуди Насара, своим ученым. И в хадисе сказано, что эта умма будет повторять за Яхуди Насара. И точно так же случилось. Умма тоже сделала маабудом уляма, объектами поклонения ученых, и считает их слова дин. Номер пять. Идолы. В буддизме и других религиях люди поклоняются идолами. Поэтому ислам запрещает это идолы. Номер шесть. Изображения. Христиане и другие поклоняются изображениям. Поэтому ислам запрещает изображения. Номер семь. Могила. Те люди, которые называют себя мусульманами, некоторые из них поклоняются могилам. Они сделали могилу какого-то вали или пророка маабудом, то есть объектом поклонения. В хадисе сказано: «Ан абил хайяджи ль-асадии, кала кала ли Али ибн Аби Талиб, ат-таби'и». Ат-таби'и – это человек, который является ученик сподвижника. Сахаби – это человек, который ученик Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ат-таби'и Абул Хайядж ль-асадии говорит, что Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, сказал мне: «Аля абатхука». Ты не хочешь, чтобы я тебя вручил миссию, отправил на миссию, аля ма ба'асани, на ту миссию, на которую меня отправил Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Эта миссия такая, алла тада'а, чтобы ты не оставил тимсалан, изображение, илля тамастаху, но ты уберешь это. Валя кабран, и не могила мушрифан возвышена, илля саввайтаху, но ты обязательно выровняешь его. Сахих Муслим, 969. بارك الله فيكم فكان يتم